Мой отец мертв. Теперь тамплиеров возглавил Чарльз Ли. Я вижу, почему наша война вечна. С доски убирают фигуру, возникает новая. Шаг вперед, шаг назад. По всему миру. Сквозь века. Порой моя задача кажется невыполнимой. Но нельзя поддаться сомнениям. Я нужен Магавкам. Сейчас больше, чем прежде. Я остановлю Орден. Я убью Чарльза Ли. Пришли почтить память великого человека, стремившегося изменить мир. И он это сделал. Оглядитесь. Англичане уже готовятся отступить. Их дух сломлен. Силы разобщены. Скоро придет черед лидеров-патриотов. Они покорятся нам или погибнут. И тогда, друзья, эта земля станет нашей. И этим мы обязаны Хейтему, ему и всем, кто отдал жизнь за наше дело. Но ему казалось мало спасти народ Америки. Он хотел спасти и тех, кто поклялся нас уничтожить. Он хотел спасти ассасинов. Да, безумие. И это безумие стоило ему жизни. Ассасины — чудовища. Им ведом лишь язык смерти. Хейтем понял это слишком поздно, пав от руки своего сына. Он отдал жизнь ради исполнения мечты, общей для нас всех. И мы должны бороться. Мы повергнем наших врагов. Мы будем нести наше слово. И со временем, братья и сестры, мы создадим новый мир. Отослал меня в тот день в форте Джордж. Он боялся за мою жизнь. Я должен был остаться. Он сказал, что опасности нет. Он был неправ. Я убью тебя, Коннор. Я клянусь. Но не здесь. Не сейчас. Нет. Сперва... Сперва я уничтожу все, что ты любишь. Да, я сожгу дотла твой дом и поджарю на углях головы твоих драгоценных отцов-основателей. А когда покончу с ними, сожгу и остальное. Твою банду ассасинов. Весь сброд, живущий на твоей земле. Твою деревню и род. Все уничтожу. Попробуй, Чарльз. Но твой план провалится, как и все остальные. Поднимите его! Пусть ждет и смотрит. И потом, когда все его труды обратятся в пепел, лишь тогда я дам ему умереть. Увидите. На что ты надеялся?
Брось его! Он у меня на прицеле! Куда поехал Ли? В гавань. Сесть на паром. Думаю, эти люди вам подойдут. Зря так думаешь. Они слабы и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет, прошу. Мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте? Мы такой путь проделали зазря. Спрашивается, почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найтись заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать. Старик! Ахиллес!
чем дело? Ахиллес умер. О, мне так жаль. Он ушел тихо и с достоинством. Что ж, прощание? Да. Приготовьте, что сочтете нужным. Я займусь могилой. Можете собрать людей? Онор, если ты это читаешь, значит, я не сумел проститься с тобой как надо. Не нашел подходящей минуты. Эта земля и ее плоды теперь твои. Я верю, теперь ты понимаешь ценность этого места. Пример того, какой может стать наша страна. Но чем больше и сильнее становится община, тем сложнее будет ее защитить. Надеюсь, это ясно твоим друзьям, отцам новорожденной страны. Твои стойкость, упорство и честность обременили тебя ответственностью куда большей, чем должно иметь человеку. Но именно тебе она по плечу. Ты дал старику надежду, что не все потеряно. Спасибо тебе за это. Прошу тебя, упокой мои кости на холме над водой. Ибо только там я и хотел бы остаться навеки. Я счастлив, что знал тебя. И уверен, ты приведешь эту землю и этих людей к лучшей жизни. Вечно твой брат. Молитва и проповедь не нужны в этот день. Ахиллес не был во Христе. Он служил иному Богу, но он веровал в провидение. Ныне он обрел покой, и за это мы можем быть благодарны. Мы оставляем его здесь, на вершине холма, где он прожил достойную жизнь. И здесь он вечно будет с нами. Старик с холма, к которому мы все так привыкли. Все вы его знали, каждому есть что вспомнить. Я прошу вас вернуться сюда когда-нибудь и поделиться воспоминаниями с деревьями и водой. Ахиллес, мы никогда тебя не забудем. Легкой дороги туда, где ты навсегда обретешь покой. Я не подведу тебя, старик. Что-то нужно, милый? Нет. Грубиян. Чем могу служить? Сами знаете. Простите. Оу!
О, боже! Я не люблю терять время зря. О, перестаньте! Я стражу позову. Один звук и умрешь. Что вам нужно? Он в гавани, скорее всего, на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал, сказал, что уедет из страны. Я думал, он перегибает палку. Похоже, нет. Спасибо. Тебе все мало? Убьешь одного, придет другой. Разрушишь один план, мы породим новый. Как ни трудись, конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому. Тяжелая ночка. Он уехал на пароме. Вверх по реке Чарльз. Мне тоже нужен проезд. Конечно. Только попросите.
Как они это оставили? А, мы долго ждали, когда ты вернешься. Ты сделал, как мы просили, и достиг успеха. Нет, не достиг. Мой народ ушел. Его выжили те, кто, я думал, защитит его. Так нужно. Это жертва. И не напрасная. Ведь ты нашел его. Это? Теперь спрячь его. Там, где не станут искать. И когда придет время, то, что было, я не понимаю. И не нужно. Сделай, как мы просим. А потом делай, что хочешь. А как же мой народ? Ты спас это место. А твой народ хранил его. Это важнее всего. Этого мало. Так будет всегда. Ты ищешь то, чего не существует. Ты изменил многое и сделаешь это снова. Помни, спрячь амулет там, где никто не найдет. Thank you.
Я знаю, где ключ. Тогда идем. Ну что, пора? Мы с тобой. Момент истины. История попыток и неудач. Надежды были утрачены, кроме одной. Твое касание. Искра. Искра, что спасет мир. Стой! Не касайся пьедестала. Минерва? Ты. Но как? Ты ушла и уничтожила машину. Ты думала, машина одна? Что тут происходит? Не выпускай ее. Выпускать? Юнона давно мечтает оставить эти стены. Я объясню. Пока мы спасали этот мир, она пыталась захватить его и использовала наши машины против нас. Нумерология. У существования есть код. Понять этот код значит покорить время. Это была моя цель. Я создала помощника, Глаз. Но она присвоила его. Мы раскрыли ее планы и пресекли их. Затем мы ушли. Но сначала вас звали к вам, чтобы вы попытались снова. Думали, без нее это безопасно. Я вижу, мы ошиблись. Она выжила, выдержала и начала свои козни. Сотни лет я и Тиния ходили по всему миру, пытаясь возродить цивилизацию. Стараясь передать вам наши знания. Мы были не одни. Но несмотря на все наши усилия, нас все равно ждала смерть. Но перед встречей с нею я посмотрела на вас. Удалось ли нам? Поэтому вы здесь? Я думала, что вы придете сюда и завершите наш труд. Но вы опоздали. У вас были сотни лет, вы потратили их впустую, на грызню с тамплиерами. И вы упустили свой шанс. Вам не удастся остановить конец, Дезмонд. Лишь выжить. Она лжет. Коснись пьедестала, и мир будет спасен. Лучше миру погибнуть, чем подчиниться ей. Неужели? Покажи им. Но он не поймет. Это сложно. Это... Покажите. Послушай Минерву, и солнце возьмет свою. Земля извергнет огонь в небеса. Весь мир заполыхает.
Но это не станет концом света, лишь его предвестником. Придет тьма. Потом явишься ты и решишь предотвратить новый приход этого ужаса раз и навсегда. Ты станешь для выживших символом надежды, знания, решимости. Ты вдохновишь их возродиться, вернуться к жизни. Мир излечится, а с ним человечество. Но ты лишь человек, уязвимый и смертный. Ты покинешь мир, оставив о себе лишь память, свое наследие. Ты станешь для потомков героем, после легенды, а со временем богом. Жестокая судьба — написать призыв к добру и видеть, как его толкуют во зло. Видеть, как твоя попытка спасти мир губит его. Теперь ты видишь, все это повторится вновь. Так скажи, чем это лучше? Она пожертвует тобой и всем миром, лишь бы только не отдать мне мою победу. Они поработят вас, Дезмонд. За это ты борешься. Ради этого пришел сюда. Разве свобода значит для твоего мира меньше, чем жизнь? Какая жизнь? Какая свобода? Миллиарды вымрут, все начнется заново. После нашего ухода этот мир знал только ужас и боль. Свобода наш дар им, а ты хочешь его отнять. Хватит! Не делай этого. Какие бы козни Юнона не строила, мы остановим ее. Но твой вариант, там просто нет надежды. Если освободишь ее, умрешь. Это случится мгновенно. Больно не будет. Не смей. Поздно, Минерва. Все решено. Ну что ж, живи и умри, пожиная плоды этой ошибки. Уходите. Все. Быстро. И как можно дальше, слышите? Идем с нами. Мы найдем другой способ. Нет времени. Сын. Ты все знаешь. Процесс уже начался. Надо действовать. Уходите. Идите. Глобального северного сияния. В жизни не видели ничего подобного. Очевидцы сообщают о бушующих грозах и целом ряде необычных погодных явлений. Рекомендуем всем жителям не покидать свои дома и ожидать. Геологи сообщают о сейсмической активности по всему Огненному кольцу. В северо-восточной Канаде наблюдается сильнейшая за всю историю. В результате с ростом интенсивности выходят из строя спутники и трансформаторы. Свои отключения, похоже, снижаются. Наблюдается остаточная вулканическая и сейсмическая активность, но ничего подобного недавнего. Безусловно, полный подсчет нанесенного урона еще предстоит провести экспертам всего мира. Но, можно сказать, худшее позади. Мы расскажем больше, как только появятся новости. Все. Мы спасены. Ты получил свою дозу. А теперь пора и мне получить свою.
Есть хотите? Угощу. Нет, спасибо. А где все? Ушли на запад. Давно уже. Похоже, Конгресс отдал эти земли кому-то из Нью-Йорка. Что? И так все чаще. Власти якобы не трогают землю, у которой есть хозяин, но... Как это случилось? Мы теперь сами по себе. Больше никаких англичан. Совсем придется справляться самим. И платить тоже. Продать землю легко, никакой возни с налогами. Говорят, вся война-то из-за налогов. Так что вводить их никто не жаждет. Они там хорошо соображают. Знают, что еще слишком рано. Рано для налогов. Слишком по-английски. Спасибо. Счастливо. Америке ваша служба пусть не нужна, джентльмены. Пусть возвращается в Англию в гробах. Врезать их!